первый взгляд этот небольшой клип никакого не имеет отношения к камням, к теме этого канала. Но опосредованно все же имеет. То есть сами понимаете, что для лентяя главное выиграть время и меньше труда, а полезное время отправиться в выделенное время за камнями. Когда садишь картошку, чтобы не разравнивать ее граблями, я сразу окучиваю. То есть эта операция в дальнейшем исключается. То есть картошка получается, в конце концов, я затрачу меньше сил, быстрее ее собираю. То есть это как обычно картошку садят. Вспахали там или вскопали и начинают картошку бросать. Ну, граблями разравнивают, кто как. Я же вслед от сошняка кидаю, бросаю картошку и сразу делаю вот эти валуны, окучиваю ее. Когда придет время для окучивания, естественно, я просто поправляю эти грядки, ну или мотоблоком между ними пробегаюсь. Ну а когда картошка зашла, просто вам нужно будет немножко подокучить, скорее всего, травку сбить. А так немножко поправить эти картофельные грядки, что очень даже несложно. Продолжаем наблюдать за картофельными грядками. Конечно, травка кое-где появляется, но просто нужно править, да и все. Мы взяли, поправили тяпочку, пока пройти можно. Все зацвела она. Зацвела, тут несколько разных сортов посажено. Смотрим, что по осени будет. Сообщим вам результаты этой сачкового выращивания картофеля. Жуков не видел, но они есть, конечно. Поэтому я принудительно опрыскиваю. Если кто-то вам скажет, что у соседа есть, а у меня нет, не верьте в это. Это такая гадость, которая есть везде. Хотя с 19 июля уже едимые всегда появилась первая. Значит, старые не пользуем. Хорошая картошка, значит. августа никогда так рано не копали картошку. Вот здесь три сорта. Жара на Урале стоит неимоверно. 32 сегодня уже. Вот это сорт Латоны. Он неплохо уродился. Это Розара. Идет. Средние, но компактные кусты. Встречаются хорошие, конечно, экземпляры. В основном средние. А это картошка. Она в прошлом году, да и предыдущий год, была убойная вообще. Такая урожайная. Нынче в жару она не уродилась. Да, вот урожайная. Из Петрака. Этой картошки вот еще пару рядов здесь, а дальше сорт другой, поздний.
Это попозднее будем копать, конечно. Ботва стоит зеленая. А это уже, можно сказать, полегло. В этой поздней картошке ботва стоит еще зеленая. Но на Урале скоро должны пойти, должны дожди, поэтому в грязи копаться не хочется. Сегодня 2 сентября. Средняя, но та, которая ближе к грядкам, где воды больше было, она, конечно же, лучше. Помельче. Картошка сидит очень плотно. Ей бы расти еще. Вот еще один куст сейчас выкопаем. Одной рукой-то не получается. Как-то год назад три куста забыли, копали вообще их, выкапывали в октябре, по-моему. Вот там была картошка. Ну, в общем, урожай случился, конечно, не максимум, но и далеко не минимум. Есть хорошие экземпляры. Этой поздней картошки. А вот свеклу нынче на бузы дала. Ужасть. Не надо бы такую большую. Цилиндр родилась. Аккуратней.